Здрасте, я не скажу, как меня зовут, но я сегодня буду показывать три игрушки в день. Вы знаете игры на Android. Я сам снимаю на Android. Ну все. Сейчас у меня загружается. Загрузится и пойдем. Я расскажу скачивать, только я сам их скачивать не буду, потому что это долго и мучительно. Но я покажу одну игру свою. Ой, куда я сейчас шел? Одну свою игру, которую я скачал, и играл в нее полгода. И у меня за эти полгода, не буду говорить, 130 с чем-то, отгадайте чего. Сейчас найдем Яндекс. Вы пишите, если вы будете искать. Скачать игры полные версии. Полные версии бесплатно не скачивайте. Не надо. Вот полные версии. Видите, тут игры, трюпыры. Но это не одна, не наша. Видите? Черный куб. Вот тут надо и скачивать. Лучшие мини-игры и аркады. Вот. Вот на этом я сайте и покажу вам игры, какие мне нравятся. Но я их скачивать не буду, предупреждаю. Вот. Заходим в первое у нас. Давайте. В игры с физикой. А, нет. Не в игры с физикой, извините, пожалуйста. Нам нужно песочницы. Вот они. Песочницы. Видите, вот. Это, а, вот первого я играю. Тут мы как в алхимике, в каком вы играли, наверное, в алхимике. Тут надо, можно соединять, тут можно это, как называется. Ну, тут это, много чего есть. Тут газ есть, вода, огонь. Лава, лед, заряд электричества, дерево. Ну, короче, сами прочитайте, скачайте и поиграйте. Вот видео. Конечно, у меня этот тормозит, но и это совсем не такая игра, но предположение. Полный экран поставлю. Вот он. Все, видели? Поставить. Ну, вы можете тоже такую версию скачать, но я вам не рекомендую. Лучше, конечно, скачать нормальную полную версию. И вот эта версия тоже долго скачается. Ну и все, короче, приступим к другой игре. Это у нас первая была. Вторая игра. Очень легендарная. Она была на Денди. Ой, как я в нее любил рубиться у своего лучшего друга. Давайте файтинги. О, вот она. Mortal Kombat. Причем четвертая часть. Я там видел третью, вторую и девятую. В девятую я, конечно, не играл. Но рекомендую вам. Вот это вы знаете на Денди, на консолях. Ну и все.
сегодня 4 покажу. Смотрите. Это бо я вот сам не знал, что она есть вот на компьютере. Только сейчас узнал. Тоже очень популярная. Вы видите? Фруктовый ниндзя. Ну, я, конечно, тут на своем андроиде не прошел. Все. Клинки не заработал все. Ну, играю. Все. И третья. Я скачал. Она очень медленная. Ой, наоборот, очень быстро качается. Вы, наверное, знаете ее. Создавать мультик. Вы, короче, можете вот так вот сделать, и у вас уборщится. Ну, я не делаю. Смотрите. Видите, я привык. Вы можете скачать такие штучки. Вот у меня они все есть. Видите, вот машины адские, тыры-пыры. Я не знаю, полиция, полиция, чидори, тыры-пыры. Тут все, что хочешь, есть. Тут есть и кровь, и адские. Вот смотрите, адские. Вот дьявол. Видите, вот дьявол. Смотрите. Я вот устрою бой. Дьявол против зомби. Вот повернуть. Вот. Как вы думаете, кто выиграет? Как вы, наверное, не знали, я еще школьник. В третьем классе. Ну, я уже увлекаюсь играми. У меня уже есть свой андроид. Кто хочет 10-дюймовый. Ну и все, давайте. Вот первый дубль. Где? А, вот. Первый дубль. Потом дьявол идет и зомби идет. Я вот делаю, чтобы. Вот, видите? Вот это. Видите, вот. Ручка за ручку была. Вот это тень зомби. И вот обычная тень зомби. За ручку были. Ну, просто так. А вот этого никак не получится за ручку. Если только вот так вот. Ну, видите? Все. Так, хопа. Так вот, хопа за ручку. Так, хоп. Так. Он вот так вот делает. Мой любимый друг. Так вот. И идет на него. Сейчас мы достаем кровь. Кровь ее надо разукрасить, потому что она... Как вы будете с черной кровью, что ли, ходить? Ну, зомби так-то, наверное, с черной кровью. Но я, наверное, не знаю. Вот. Давайте вот кровь. Всегда первую выбирайте и убольшайте. И вот эту убольшать. Видите, она убольшается. Вот этот... А, нет. Какая-то фигня. Вот этот вот цвет. Вот красный нам нужен. Вот так. Все. Проткнула. Вот так вот. Все. Смотрите. Какой это. Ну, вы можете без повторения. И на более маленький. Смотрите. Видели? Все. Ну и мой видео обучалка закончена. До скорого.